Монолитом. Стандартный рассказ. Слышите, он... я, короче, репикнул Час Найт, он, походу, ждал этого момента. Да, Артур в порядке. Ща будет, только надо ее как-то мне... Так, молодежь, чате, все, я, короче, чат пока не вижу, ну, буду спамить, спамить спамеров потихоньку. Пожалуйста, тут какой-нибудь вот... Что, купил я курицу, купил, братик, купил. Так, а ну-ка. Там ливнул. Кстати, там вижу. Там вообще у них лайнап очень сильный. А ну-ка, добавить сцена, изображение... Ой, блядь, не то нажал, ребятки, сори. Там только Бонфлетчер никуда не вписывается, вообще лайнап жесткий. Ну, наверное, герой мне пикнуть, да? Что этот не поместил? Товарища... Минус один. Минус один, да? Чё? Такой рабовой жесткий. Такой жесткий рабовой, ребятки. Ты о чем? Это у тебя интернет тупит. У тебя интернет, не, да. Не ту хуйню замутил я. Все лагает. Слушай, можете еще фонд Кривых Рук разместить рядом с фондом Крюхофер? Да у меня лагает все, пиздец тут. На ноут пересядь. В натуре. Ах, как лагает, блядь. Бля, что ж так лагает-то у меня? Завали там. В натуре. Не дезмораль. Да, стрим выключился. Поставьте паузу, пожалуйста. Да, там сами ты поставили. Стрим выключился. Не, у меня не просто стрим выключился, у меня пиздец какой-то происходит. Не срано. Андрюха, хорош додосить меня, слышь. Андрей, кто нас формирует, слышишь? У нас кто сможет, как бы. Я понял. Ну, кстати, твой мид, походу, не удался. Ааа, все. У меня не очень комфортно будет. Инмейт, можешь. Ой, инмейт, соло, можешь теперь наверх идти. Вардырк возьми. Окей. Смотри. Окей. Миди кто? Миди птица, фото. Да, все равно лагаешь. Возьму-ка я кушку, наверное, все. О, висп, ну-ка. У меня тракса. Ты кто у нас, пугна? Бля, ну хуй знает. А, хорошо ты сейчас. О, мой. Пошел отсюда, кыш. Давай, накидываем. Кыш отсюда, кыш туда. Давай, дальше. О, хорошо. Кого ты маму свою пугать будешь, блядь? Ну-ка еще накидать. Блядь, что ж такое? Слушай, а хорошо. Готраксу. Лайн-то рабочий у нас. Грян, бля, не знаю, что за лаги у меня. Я поблочу, братан. Давай я поблочу. Не, давай, бей. Блядь. Алик, мне кажется, нам надо с тобой всегда в добре ходить. Очень хорошо получается. Да. Алхимик выйти, братской любви. Гряныч, я твой рот ебал, честно слово. Я твой рот ебал? А, ты потонул сюда. Там сверху он, блядь, однополые браки, блядь. Да у меня лагают просто, я не знаю, что происходит. У меня, блядь, альт лагает. Кидаем его нах отсюда. Теперь виспу чуть-чуть. Теперь сейчас тебе чуть-чуть. Чуть-чуть виспу, хилимся, живем, хилимся. Фласка. Так. Охуеть, что творит пугна, блядь. Что творит пугна, блядь? Талого. Пацаны, пугна. Братан, ну ты, блядь, не был бы жадным, а ты шел бы выжил. Ты молодец. Я бы боролся, воевал, лечился, жил. Ясно конченый. Явно хочет меня. Соло, ты меня кинул, да? Я вернусь сейчас, Игоряныч, я просто пытаюсь пофиксить. Видите, Вася стрим лагает, охуеть. У меня? Я льдабнулся, да. А, это 720+, я понял. Эх, сука. Блин, третий левел взял за меня. А у тебя хил будет? Заебал, Боник, угомонись, блядь. А Боник-то жестит. Опа! Охуеть. Опа! А есть? Да что ты, Андрей, накрутил там? Я что-то наколдовал не то совсем, пиздец, что хотел. Я знаю, что ты хотел, короче. А будет хилочка? Так, лечи ладно, меня, все, не кроли. Собрался, не кроли. Давай. Ты меня что-то обещал, ты меня наебал? Сверху, быстрее. Сверху. Быстрее, и лечи. Я на самом деле первый раз не то наколдовал, но это нормально вообще. Типа я вначале такой, не стараюсь. Долго, Вася, плюшка летит, пиздец. Так, да все, нет, нормально. Справился, наколдовал. Вроде пофиксил все, ребятки, не знаю. Должно быть нормально.
Кто Гряныч, в этот чат она наша, Гряныч. Давай. Она с сапогом, нет? Без сапога. Да ты заебись. Хорошо. И вот это еще с колдой. Давай, Дан, Тангусов, стой. Что там за пулы, блядь? Давай разберемся. Сюда, блядь! Сюда, в натуре, мраз. Ребят, вроде есть? Норм, да? Окей. Сикея маны есть. Слушай, он урныст купился. Убивать, что ли, собрался? Хуя, блядь. Смешной малый. А не крыль же сейчас вообще лютый молодой человек, пиздец. Да. Так, не, я слышал, смотри, так и надо. Чё-то хотят. Поник на тэпе, слышит? Угу. И он с тэпэ. Ботл возьмешь дастом вместе с моим смеда, окей? Внизу руна. Слушай, мы так что-то стоим, нас вот прям под фонтан заманят сейчас, под тавр точнее. Диман. Че? Ой-ой-ой, я что-то тут, по-моему, сплоховал. Короче, если что, держимся друг за друга. Да у меня сапог, конечно, я тут размонцую. Размонцую. Так, тихо. Ха, колдуешь, блять, сука. Нормально мы его. Нихуя ты там прокастовал, делегацию прям вызвал. Нормально. Так, Вист, заберу. Нет, хай. Не размонцую. Давай, ЦК, сделай грязь. Боится. Диман, я у тебя даст прилечу, заберу. Слушай, у него фласка там есть, в принципе. Ты ботл попил бы, в меня вложил бы. Раньше знал об этом. Ну да. Оставил. А может схватишь кого-нибудь, уебем тут, Диман? Смотри, сейчас что хотят, что-то. Что-то нет, ничего не дал-то. Саленс получил. А что ты говоришь? Ну тут ты уже сетку дашь. У меня нет сетки. Останься, пожалуйста, спасибо, и друг твой тоже. Здравствуйте. Не, ну это очень дикая комбинация у нас с тобой. Так, надо крипчиков задинаить, чтобы отрегениться. Можешь моего крипчика задинать? Это... Слышь, давай, быстрее, в натуре! Он пропадет сейчас, он слишком толстый. Я пошел на базу. Подожди, а я чуть буду делать-то не здесь. Я не знаю, вышку заберем. Меня же придут и изнасилуют. А, братишка, ты ТП-шку, здесь, купи все. ТП-шку. Блин, мне у Гряна просить ТП-шку не вариант. Братиш, очень надо двух крипов. Ты ебанутые, у меня цикан. Слышь, Дред, меня вот очень. Даркан. У меня тоже один даркан. Ах есть. Ты мразь. На топ надо приходить. Я бегу, братиш. Пофиг, Бонни, я тоже возьму аркан. Хотя не, раз у тебя аркан есть, я свои не буду брать. На самом деле. У них нихуя не смогут. Давай, Бонника. Нихуя он стан въебал. Давай. Так, арканки пока есть. Пока бегу на базу, позабанил нахуй спамеров. Хорошо. Работаю. Приятно так жить. Птицу может это? Просто лайтнинг, а Диман, ты внизу, да? Да, птица это мощная, с нуликами какая-то. С сапогом, с нуликами. Вис на топе. Отличная работа, Диман. И бонусы. Вис полетел, судя по всему. Диман вот очень любит расты воровать крипов. Я, короче, нихуя не понял, что тут произошло, но что-то случилось. Видимо, да. А, слышите, они все поняли, что снизу не вариант уже стоять, там слишком жесткая дабла. Бля, Вис переживает, пиздец. Так, на меде, хорошо. Охуеть, тракса военная, блядь. Че, Дрейдыч, нападем, да? Да. Я вижу, ты уже там. Нормально, все отлично, нападаем. Ой! Не кроли-то! Не трогайте, суки! Ну тут пятеро птица вот это в шестом левеле. Ёбаное говно, блядь, инвокер, блядь, в шестом уровне ходит гангать, блядь. Посмотри, табор какой. Ай, на ней вниз вот это поехало, вся шума, блядь. Да, надо как-то это. Движуха Пепси. Шары и вижен не дают пока не врезаться больше. Ну я в курсе. Угу. Шары врезаются. Какое дело? Я ой, тычка была. Бегу, Диман. Шары вижен дают только когда взрываются. Блять, санстрайки просто божественные. Я все убил без санстрайка. Я знаю. Ну, было ничего, согласен. Отличный санстрайк был.
Так я под вардами тогда тут тебе денег заработаю. Не, пацаны, серьезно, что-что, но на инвокере санстрайки, ну, блять, не умею. Просто вот никогда. Никогда. А как ты, братан, с Китая торрентами попадал на кунг, если ты санстрайками не умеешь? Санстрайки и торренты очень разные вещи. Блять, в 1-0-3 секунды разница. Совсем, совсем разные. 0-3 секунды, братан. Это чуть-чуть подойдет. Не идет. Да, нормально, нормально. Алексей. Можно с вами тут попушу немножко? Да, давай. А полечишь моего этого гопника? Вот, спасибо. У меня проблемы. Да, небольшие есть. А ну, птица ебанутая. Вот что он делал тут внизу? Вас там трое в меде, вы пушите тавер, он вниз в зал пришел. Ужас. Больной человек, блядь. Пойдемте вверх таким же макаром. Ну, наконец-то, блядь. Жидкие аплодисменты. Понял. По щеке кого-то налупил. Го вместе что-нибудь. Давай внизу замутим что-нибудь. Го. То у меня 6 левел, мне надо бы 7 уже апать. По таймингу. Ты можешь его заюлить, если он дальше пойдет? Или он крипа пойдет хавать сейчас, например? Не торопись. Не торопись. Давай, подкидывай. Торопись. Ну, он нападет. У меня боец на 9 минуте. Так, а сколько там кулдаун? Вообще, что-то ни о чем кулдаун меняется. О, мид, пушнем еще и пойдем вниз. Вдвоем. Слушай, мне твои молнии не нравятся, молодой человек. А, зато ага. Я сью эти с форстафом. Так, че, снайт, там, походу, дэн что фармят. Репорт нахуй! Бер, подкинь его, подкинь. Не хочу, ну ладно, давай. Ага, ёбаный рот, что с моими пальцами ебаными, блять? Ты сейчас тапки будут. Он кривых рук, ребят. Он кривых рук, не забываем, ребят. Да, ребят, сейчас, все в порядке. Ну-ка. Сейчас я им, блядь, устрою. Ой, птица, блядь. Давай, ёпта. Это птица. Пожалуйста. Бомба, блядь, сзади, замедленного действия. Ну, блядь, цепляйте кто-то там. Ага, хорош Диман. Диман делает грязь. Да ну, ладно. Чуть-чуть еще, ну, чуть-чуть. Давай, дырят. Хорош. Невероятные санстрайки. Фонд кривых пальцев. Закрывается. Ног. И волшебных пугн. Возможно, еще. Так, фиолетовый здесь. Веспавнич. Так, ага, Веспавнич. Жгет меня, жгет. Здравствуйте. Блять. Вы коварный молодой человек, горбат. Блядь, ну ты не хочешь его это того? Так, а что мы ему сделаем, ты слышишь? Ну, сурки, убей. 100 хп у него осталось. Еще бей, есть чилка у него. Ну я психанул немного. Еще, ЦК. Если Андрей, тебе показалось. Тут советую в чате, что вторая ульта дает 2 скилла. А, слышь, нормальная тема в натуре. Блять. Что за эпичный идиот, блять, я. Олег, у меня вопрос, как героин с месяц 3 ганде? Норм, наверное, блять. Го, пизды. Так, ага. Этого отгоняем. Блять, этого нападаем. Теперь мне нужен фонд кривых пальцев срочно. Курицу перевязайте, молодые люди. Молодые люди? Вот я вышел. Диман псих. Андрюша, что это, блядь? Он сам кинь. Да, сейчас. Нихуя он пугач. Сейчас я кину, колд снап. Пугач, Эрочка, все, пацаны, 2 скилла есть. Курьера убили, отметите нахуй, я на базу пошел. Ощущение, что на ТПшке уже 1003, наверное, въебал голды. Ну, учитывая твою ошибку. Вот именно. О, у нас антимаг есть, ребят, кто не знает. Ну, он разговаривает еще. СПФчик был. О, курочка! Очень подозрительным маршрутом курица двигалась только я что. Я подозреваю, что ее нам просто сливают. Да, мне кажется, да. Там всему похуй, вард пошел. Ох, пацаны, инвокером. Я не знаю, у меня реально что-то пальцы просто не хотят нажимать на кнопки. Это нормально? Видели, сколько хп у Тавара с бласта отнимается? 150. Охуеть. Просто, блядь. А там же этот, ее подняли же еще. А, ну, да, слышите, да. Я понял. Там, короче, просто этот антимаг на мораль давит команде врага. Угу. Очень сильно.
Диман, он на тебя сейчас будет кидаться, если ты остановишься. Не хочешь останавливаться? На меня? Да. Такой кусок Т3 с бласта отлетает. А нет, он внизу, он отпиздил. Блин, меня обманул. Остановился Диман, отпиздили Алексея, нормально. Смотри, ага, хорошо. Гоглед медет с пушимом уже. Давай. Блять, ёбаное мудло. Так. Попал уже. Бля, давай в погоню. Ты рассекставал уже, господи. Меня ебаная, блять. А как ты так вообще это в продоту попал? Алло. Пиздец, блять. На, нахуй, мразь. Топ-1 инвокер, еу. Еще. Почему мне хелп улетал? А! Стоп, какого черта у меня на Y help? Это же стандартный cold snap, как бы, не? Разберемся. Беги, братик, беги. А что, мы деремся, Леша? Ну, вообще можно, я считаю. Ты PSK фидит, то есть их двое. Ну охуеть, их тут бежит. Я поделаю, я с вами буду. Аджа. Networks, блять. Слушайте, как убрать, короче, эту кнопку, на которую надо помощь вызывать, типа вот этот вот быстрый ответ. Там паровозик. Короче, о, ладно, слышь, похуй, он притворился. Cold snap. Он не с ними? А, ну ладно, все, похуй. Тракса, братишка, подожди. Хорошо. Хиляйте, пожалуйста, пока у тебя идет. Хиляй! Похиляй! Хили. Ох, пацаны. И больше хила. Да он жирный какой-то, блядь. Ты же убил, у тебя сам реген шел офигенный. Мог просто пару килочек кинуть на братиш. Что это? У тебя проблема, Альберт. Что это летит? Вышка? Альберт, вышки нету. Я помогу тебе, Альберт, все в порядке. Зачем ты мне поможешь? Спасайся. Я инвокер. Нормально, давай. Такой, опа. Вот так вот. Хуярить, Дред, отойти. Этот вот должен быть за инвокера на ютубе. Вот, блядь. Вот? Тихо. Андрюха, ты что, на эти гайды, да? Тихо, сука! Геннадий инвокер. Ой, блядь. Да ладно тебе. Нормально вроде все делаешь. Безморалишься просто как-то, не по делу. Леша, ты за пугну играешь. Нет, пусть, это хороший вот. Да, братан. Ты тебе там в чате пишет, соло играет за пугну. Крипа в декрип ебанул, ничего страшного. Ничего страшного. Я-то знал, что Игорян на антимаге. Ты охуел, давай, по-мужски. ЦК, по-мужски. Ну-ка, пацаны. Сейчас я понял, почему я офидел. Когда мы с Игоряном были вместе в команде. Потому что ты знаешь всегда, что у тебя есть антимаг, который всех убьет. Ты не стараешься. Антимаг всех реально убивает. Весь медведь вам делаем. Как я, а? Крыша, распидорасила курицу летающую, блядь. Подрезал. Сухожилия, птички. Заземляться надо. Просто интересно, насколько неприятно играть с Кайвер с магом, когда против тебя в команде антимаг и пугна? Очень. Я думаю, вообще нереально играть им. Пугна один, правда, вард на один вкачала, но это похуй. Так, крепочку съел, отлично. Да ну не надо. Пацаны, так, ага. Метка. Хуё. Так, все, разыгрался, раскликался. Ага, пока нету мискликов. Отлично, пацаны. Хорошо. Нормально. Поехали. Ага, все. Метеорит, ебаный в рот, вышку, блядь. Ждар, ты Челябинск попал. Там виск к нам на базу, кстати, летит. СК. Виск молодец. ЦК слил просто и все. Так, Скот, пацаны, блядь, все, контроль, пошел контроль. Вот теперь смотрим. Мансует и нокер, мансует. Хорошо, все, заебись. Отойди, тихо. Ага, так, подойти. Смотрим, контроль. Невероятный контроль. Вроде раскликался уже, только коврик что-то не ездит. Обоссал я, что ли, его. Динайт. Какашка! Ага. Так, отлично. Да, боник залетает сюда. Хорош, Диман. Ага.
Диман там, блядь, грязеводит, пиздец. Диман, ты то есть не думал, что это я могу быть в принципе, да? Форстав? Форстав. Я же такого. А Игорь, никому не надо? Ну я возьму. Ёбак. Ёбаный скелет. Ты меня провоцируешь. Дайте экспы, блядь. А где Егис? Угадай. Он там лежит, да? Нет, на фонтане поищи. Что на фонтане? Подожди. Так, ну все, пацаны. Сейчас будет Mad Skills. Где там? Он к нам идет, слышишь? Это похуй. Нет, я ошибся. Если похуй, мы бы его убили. Это похуй. Игорь, а ты, смотри, сразу нескольких убиваешь с одной удара? Да. Неплохо. Манда. Понял. Сейчас себе сделает штуковину. Атраксан, нихуя себе. Ты говоришь, что ты ребенок. У меня Егис есть, иди сюда. Что? Говоришь, что ты ребенок экзорта. Да, так и есть. Ребятки, как думаете, как будет лучше, если вот так сделать? Сейчас я. Драго траксула резко. Ну ты долбей что-нибудь. Скелет! Скелет, блядь! Умри, блядь! Фонд кривых афер, блядь! Я так мало так не видно. Вася, открой мой стрим, посмотри картинку. Ну, блядь, заинтриговал, ладно, потом. Ты ведь оставишь его, правильно? Блядь, на базу пошел, чтобы не стал. Убедили. Бля, ну все нормально, все нужно посмотреть. Выглядело очень убедительно. Срочно смотреть, срочно, блядь. Ты тоже на базу тэп-аут. Вот в чем различие между бывшей командой Rocksteady и нами с Nexus. То, что мы идем фармить в таких случаях. Ну, Лех, не так смешно, конечно, но нормально. Блять, а как сделать прозрачным, Андрей, картинку? Там opacity есть. О, смотри. Че есть? Короче, ставишь картинку, там есть уровень прозрачности. Ты че, Бэйсом вообще пользоваться не умеешь? Так я ж нубло. Пацаны, ну все, у меня дело пошло уже. Многие думают, Андрей, зачем ты собираешь каним? Но Лёш, все нормально, ребят. Нас тобой гиенами обозвали, блин. Что такая есть, ребят? Ну-ка. Блин, что-то у меня в натуре коврик не ездит, нихуя. Лёша, ну где она? Ну, должна быть в стриме. Блядь, она прям под кнопкой лайв. А как прозрачно ее сделать? Что-то я не понимаю. Когда ставишь картинку, там есть в настройках большим. Хорош! Просто суицидился. Блять. Что за хуйня, блядь? А прозрачность сколько? 50 сделаю. Там убойник орчит. О. Не, 50 это много. Но это вот просто не так много места занимает, как та. Блять, ну та жесткая. Фон кривых афер, ребят. Блин, это я даже не успею поконтролить. Короче, мне надо будет еще раз инвокером сыграть, дабы доказать, что я могу что-то. Братан, сейчас я на инвокере тебе покажу. Мастер-класс. Не, слышь, я даже не успел аганим собрать. Братан, я аганим собрал. Это уже все показывает. Два спыла и зал. Я еще вот так вот умею. Блять, я сейчас сдохну нахуй. Пись, блядь, в толпу. Всяко болит, блядь. Да ну нахуй. Игоречек. Угу. А пойдемте под фонтан. Только поддержите меня, я первый прям зайду. Пойдем, Траксав, мы к тебе идем. Брат, я спасу тебя, выручу. Ну, блядь, кастуй. Так, давайте, прям под фонтаном. Долго не получилось. Неплохо. Хорош, пацаны. Умри, блядь. Грязное животное. Андрюха, нас не остановить. Или так, остановить. Подожди, все, я почти готов. Ага. Все, я раскастовался, пацаны.
Да. Не. Что-то нет у меня инвокерского настроения. Особенно против сайлентеров этих ебаных играть. Не, ну я сейчас на инвокере хорошо, будет хорошо мастер-класс. Будет мастер-класс на инвокере, да. Обещаю сейчас. На соло-мид инвокере каждый умеет, Алексей. Не, соло... А в харде с некролитом против ЦК и СПА, не каждый. В харде с некролитом. Да, вот ребята, вам пугна такую ТП-шку сделала, блядь. На давле надо просто играть, как бы. Инвокер. Перевернула игру. Остальное это когда ты фиданул? Чувак, где? ТП-шку кто-то фиданул? Говорю, это тот момент, когда ты фиданул? ТП-шку. Не, я там вообще все четко сделал. Там, блядь, ЦК должно было прибить серпом. Ох, вот это инвокер, блядь. Пацаны, ну, по